4 утра 22 июня на площади 30-летия Победы «Тихая память». Здесь собрались те, для кого самый длинный день в году не просто отметка в череде календарных дат. Это черта, разделившая миллионы судеб на до и после. Сегодня очень важно помнить тот подвиг, который совершил наш народ, советский народ. Очень важно сохранить то единение, ту идентичность нашей страны, советскую, российскую историю, российскую гордость. И мы понимаем, что страна должна быть единой для того, чтобы помнить, для того, чтобы двигаться вперед. Даже сегодня, по прошествии стольких лет, работа в архивах открывает новые неизвестные страницы Большой книги горя. Война прокатилась по огромной территории страны, переломала миллионы судеб. А еще важно помнить, война заканчивается тогда, когда предан земле последний ее погибший. Поисковое движение России сегодня готово ехать в любую точку на карте. Для каждого поисковика есть две даты. Это в первую очередь празднование, 9 мая, и такая день скорби, именно 22 июня. И вопрос именно сбора участников отряда как-то не стоял остро. Ребята все понимали, какая это дата, и собрались по первому звонку. Волонтеры Победы, Молодая гвардия, Память поколений, молодежные организации, работающие по тематике Великой Отечественной войны, занимаются не только поиском павших. Здесь всегда помнят и чтут живых. Наше движение появилось как раз в 2015 году, как раз период празднования 70-й годовщины Победы Великой Отечественной войны. Мы как появились как волонтерский корпус, и мы решили продолжить данные традиции, прежде всего, по сохранению памяти, помощь ветеранам, ну и, конечно же, гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Международный проект «Свеча памяти» в Ульяновске вылился в молодежную патриотическую акцию «Мир подвластен детским голосам». Сюда пришли воспитанники детских садов, школьники и учителя, ветеранские общественные организации, а также участники практически всех молодежных движений. Юнормейцы принимают большое участие в этом дне. Это великий день, день памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны. Сегодня мы почтим память павшим в Великой Отечественной войне, почтим память минуты молчания, возложением цветов.